То, что поселок Анахой в буквальном смысле этого слова завален мусором, это факт. Мы находимся практически в самом центре поселка. И здесь же расположена эта свалка мусор, с которой ветер разносит по всем окрестным улицам. Работу коммунальщиков местные жители оценивают на двойку. Мусор не вывозится, да и контейнеров просто нет. Нынче вообще не убирали. Нынче этот мусор вообще не убирали. А так вот к 9 мая раз в год, если уберут, то и все. А этот мусор уже в нескольких метрах от игровой площадки детского сада. Еще большее скопление у жилых многоэтажных домов. У нас все заполнено мусором. Везде мусор. Возле домов, вот в частности рыбный магазин, возле которого подвала, все завалено. И бутылки, и пакеты с мусором, и никто это не убирает. А этот дымящийся пейзаж наблюдают все автолюбители, проезжающие мимо Анахоя. Полигон бытовых отходов на окраине села переполнен, и ветер разносит по окрестному лесу весь мусор. Жители уже отчаялись ждать помощи от местных властей. В течение 2 дней мы безуспешно пытались связаться с поселковым главой и надеемся, что нам все же удастся получить ответ, когда в поселке произойдут перемены к лучшему. Намсарай Намсарай, Булат Бадмаев, новости дня.